Hey, дорогие друзья, приветствую вас, с вами Эйнгрей. Надеюсь, вы любите необычные игры. Сегодня мы сыграем в Subterrain Mines of Titan. В рамках рубрики «Первый взгляд» мы ознакомимся с игрой, также покажу я вам эту игру. Вдруг кому-нибудь, может быть, заинтересует, он захочет в нее сыграть. Обязательно тогда напишите в комментариях свое мнение по игре, когда сами с ней ознакомитесь. Игра подлагивает, грузилась она довольно долго, поэтому не знаю. Так, она на английском. Я понимаю, тут довольно много будет текста, так что вчитываться не буду. Просто посмотрим вообще саму вот именно игру. Ощущение вот происходит здесь. Диалоговые окна. Довольно приятный звук. Нашего парня пробудили из какой-то некой капсулы. Ух ты. Ну, игра инди, в принципе, подобное передвижение меня не сильно удивляет. Так, нашего друга сканируют. Судя по этому кругу, это, возможно, было что-то на вроде МРТ. Блин, вы представляете, сколько это читать, даже если бы это было на русском? Я бы просто читал, наверное, минут 10-15. А то и больше. АИ какой-то с нами связался, искусственный интеллект. Господи, как же много всего в этой... Все это... Ну это супер какая-то комплексная игра. Ой, нет, я не хотел с ней разговаривать. Да, Лив. Любопытно. О, господи. Escape from Tarkov. Mobile Edition. Серьезно. Смотрите, господи. Старый добрый лутинг. Причем в самое говно. Посмотрите, мы самое говнище собираем. О, одежка для нас, я так понимаю. Приоделись. Ага. Это, видимо, было наше первое задание. Дресс, вот я так понимаю, для них еще и важно, чтобы я как-то выглядел определенно. А есть вариант быстро это забрать? А, take all, понял. Какая-то станция. Вообще не понимаю вариантов, нахрена нам все это? Им. Ну давайте поспим. Мясо, еда, только что это еще одновременно и выживач. Надо продавать, может, кому-то можно. Я так понимаю, очередной постапокалипсис, самый популярный жанр. Мы проснулись типа в будущем, наверное, условном неком. И все хреново, и теперь нам просто нужно банально выживать. Убираем мусор, возможно, крафт здесь будет. Вообще не понимаю, где мне это хранить, но пока у меня, конечно, вроде бы сильно-то и не набирается. Бабёк, кстати, сюда пришла. Я так понимаю, она в целом-то и не против, что мы тут все собираем. Так, вот такого-то доступа у нас нет. А, там как... Понятно. Она тоже куда-то, в общем-то, путешествует. Чуть. О. Типа утилизировать можно персонал. Нет, это типа персонально, я так понимаю. Короче, всякое говно здесь лежит. Ладно, пока остальное оставим, в принципе. Твоя личная комната? Да нахрена ты везде спишь-то?
Я так понимаю, бои здесь тоже проходят по шаговом режиме, то бишь, возможно, какие-то поклонники, знаете, Fallout даже это делали в каком-то плане. Так, ну давайте на второй этаж. Ну, знаете, прям реально такая опыт. О, мы вышли снаружи. Ну да, как бы тут не впечатляет. Куда-то пришли. Hello. О, какая-то новая девушка. Мне можно что-то купить. Рогатки. Ну, короче, да, оружие. Щит, наверное, да. Охренеть. Это она не принимает, а денег у нас, так понимаю, особо и нету. Прикольно. О, ее можно ограбить, да? В игры, конечно, классно всегда момент. Зашел. И грабишь. Можно ли ей это потом еще всучить? Нет. Мусор она не принимает. Понятненько. О. Серьезно. Просто взяли в хату зашли. С ноги. Так понимаю, игра довольно медитативная. Собирай, как-то это потом, возможно, крафт или не пойму, что с этим еще делай. Так, нет, я не хочу спать. Так же классно, что я могу спать вообще на чужой кровати. Так понимаю, можно еще на какой-то этаж ниже спуститься. Тут тоже, но... Новый персонаж. Азел, вы куда? Слушайте, счастливчик какой, столько баб. То же самое. Фига у нее денег 14 тысяч. Как тебе продать-то? Почему никто не хочет покупать мусор? Что за люди-то, ё-моё. Я будто бы просто так его собираю. Я понимаю, тут, конечно, будет порой много, знаете, заданий. Приди туда, что-нибудь подчини. Не, минуточку, я ж не забрал. Подчини, замени. Что медитативность игры, конечно, на высочайшем уровне. А, серьезно? То бишь, это вот так работает. В режиме телепорта. Удобно, удобно. Кто бы знал. Если бы случайно не тыкнулся, я бы и не увидел, что здесь ее комната. Ну, почти даже ее воровать-то не особо. Хотя, не, ну что-то. Нормально, поживились. Водрали. О, компутаторы. Всякая хрень. А, это мы сюда именно вошли. Как мне сюда что-то поместить? Equipment. То есть это за оружие не считается, да? Это реально некий мусор. Прикол. Знаете, что, конечно, довольно печально. Вот много этих игр разрабатывается. Но не так-то много людей-то эти игры может и увидеть. О, что-то собрать можно. Пособрал, да? То есть, ну, то бишь, какие-то... Знаете, вот летсплееры есть некоторые, наверное, типа инди тоже летсплееры, которые, как и эти игры, мало кто смотрит.
Мало кто это все смотрит. Мало кто может что-то интересное увидеть. И на многих, насколько я знаю, на эти предвзятые мнения, то, что тут есть культ AAA и так далее. Люди не считают, что нужен какой-то ордер. Люди не считают, что, так сказать, подобным играм нужно уделять внимание. Печальный момент, печальный. Просмотров на каких играх обычно не соберешь. А уж мне-то, конечно, в просмотрах и с любыми играми, что я не записываю, не соберешь. Сохранение. Мы нашли важного персонажа. Гинлао. Окей. Возможно, нам дали квест, но я не уверен. Кстати, вот эти моменты еще были СП важно. Господи, как много. В этой игре слишком даже много всего. Нужно все забрать. Как я понимаю, все это какой-то мусор, который даже никто покупать не хочет. То есть, по ощущению, мы должны будем, скорее всего, сперва скрафтить. Понял, недоступно, и тут тоже что-то недоступно, да? Да. Только такие вот зеленоватые доступными являются. Альфдемир. Должен я Альфдемира найти. Так. Идти на Q нажать. Квесты не даются. О, survival, статы нашел. Это на кей. Зона, сектор. Так, это М. На, это карта. А, здесь можно еще двигаться не по указателю, вот так вот. Давайте еще ниже спустимся, раз можно. Не зря обошел. Ничего нет. Как много здесь всего. То есть это все еще и кому-то принадлежит же. В каком-то не просто так здесь, я так понимаю. Реально прям обдираем других людей, которые здесь живут. Почему, кстати, куча комнат закрыта. И, кстати, никого постоянно нету в этих комнатах. Люди, понимаю, постоянно чем-то заняты здесь. Что, вроде туалета, что ли? Странно. Туалет можно выбрать, но взаимодействия им никакого нет. Вот можно то по квесту только будет кому-нибудь. А теперь сам что-то не то сожрал и обосрался. Ну, насчет пикселя, там мне сказать особо прям много нечего в этой игре. Он такой нормальный, но не сказать, что я прям такой. Меня особо сильно цеплял. По мне. Но, опять же, каких-то, знаете, жестких претензий довольно странно выдвигать. Инди-игра. Возможно, она реально очень большая и комплексная. Попробуем найти каких-нибудь все-таки врагов, чтобы посмотреть на как проведение боя. Хотя... ощущению не так-то просто будет что-то найти. Привет. Нэмс Сайоеон. Понимаю, тут какие-то важные моменты, но я так понимаю, что мне нужно вот с одним человеком. Боже мой, со всей... Короче, понял.
А, кстати, другим можно было одежку продать. Ты смотри, какие жуки. Понятно. Вот она еда как раз. У нее еду. Она еда, и у нее еду. Так, может, какая-нибудь рыбалка даже будет. Топает. Припыш. Правда, это тоже никому, кстати, не надо было. Так, какие-то вроде стены. Можно выйти. Начинаю терять ХП. Не знаю, может быть слишком жарко или какая-то радиация. Скорее всего, или не пил, или так и не ел. Я что, красное давно. Да, понижение силы. Так, вообще надо попробовать сюда успеть зайти, но уже все, видать. Да, если честно, сомневаюсь, что мы тут прям что-то кардинально новое увидим. Так, ну что, друзья, в общем-то, такая вот игра. Пошаговая, как понимаю, тактическая. Выживач. Бои, скорее всего, здесь на втором, я думаю, плане. По парню с топором. Где-то можно будет потом в дальнейшем отсюда выйти. Думаю, исследовать какие-то заброшенные уже базы. Ну, что такое, знаете, приближенное все-таки, мне кажется, к Fallout, плюс что это еще демо. Тут много, я думаю, нет. Если заинтересовало, думаю, можете ознакомиться. И если ознакомитесь, обязательно отпишитесь в комментариях. А так, друзья, желаю вам всем здоровья. Оставаться людьми в эти тяжелые времена, искать лучшие варианты. И надеюсь, еще с вами увидимся в других видео, прохождениях. Всем пока-пока.